этот раз оберут женщину. Завтра больше ни разу не вышел, народ и слова не сказал. Народ стоит, ходит. Он слова не вышел. Я сказал, как вы. Да ты выйди. Ты бездельный, ребята. Я пришел не забирать. Чё ж ты завтра служить? Неделю народ собирается, вторую песню. Он где-то прячется под кроватью. Или где он лазит, непонятно. Да никуда он не уходил. А чего он не смог сделать? Я не выходил. Тогда выделили его уже. Тогда он выходил. Просто вы же форму снимете дома вечером, блин, думать будете. Можно я передам еще через вас? Чтоб, блин, людям, тем людям, которые там все. Я через полчаса туда подойду. Хорошо. Можете, подойдите к людям, объясните ситуацию. Дайте ему, пока мы не проведем сессию до своего совета, пусть он на своем месте добудет справа на корпусе. Сессию проводим в автобусе, когда мы не будем. Мы своих людей. Мы не доверяем, мы без класса не будем. Сессию проводит Галенко, не он проводит. И сессия решит, пусть депутаты решат, кто дальше будет руководить общество. Хорошо? Так на депутатов уже заменять! Депутата поменять! Уважаемые друзья, я тебе подписал вас, куда ничего поговорить. Хорошо? А взять и поменять! А как вам поменяли? Вы когда же поменяли в Киев? А Курчилова, как поменяли в Киев? Зашли, Курчилов, я президент! И все! Я понимаю, но вы понимаете, нет, он нас не там уже все это Мы ж не пришли, не Спасибо большое. Спасибо вам. Так пусть они не уходят, сейчас подъедем. Я был. А как это было? Что никто не знал? Я не Турчина, а потому что Турчина назначила. Он приехал с документами. Приступ, который я буду ждать. Приступ, бывший губернатор. Да, все. Я написал заявление, ухожу. Он приходит на мою. Приступ, представляю его аппаратом. Всему аппарату в руках. Ну его что, Турчина назначила. Не важно, как он назначил. Если бы Приступ сказал. А я его знал. Ну как тебе знал? А если бы Приступ знал? Да боится Приступ. Фашист назначил. Ну ему деньги нужны сохранить. Свои деньги. Я не знаю. Свою недвижимость и все остальное. Вы же понимаете прекрасно, что будет с вами, что со всеми будет. Я так перейдите, возьмите все на службу народа. Пойдемте сейчас все вместе. Пойдем. Почему мы своими детьми рискуем? Всеми и всем остальным. А вы не хотите головой остаться. Маленьких детей. Да не вопрос, на сторону народа перейдите. Мы же не хотим. Мы должны перед камерой сказать, что это власть нелегитимная, которая не имеет. И я... А поэтому вы должны, если вы народ, если вы православный христианин, если вы верите в Бога, вы должны так и сказать, откровенно, и сказать вы должны, что это нелегитимная власть, которая в Киеве предала весь народ. И я отрекаюсь от них. Я отрекаюсь от них, а с вас становлюсь Луганска. И буду Луганск через полчаса. Если можно, два человека. И вот это будет самый поступок в вас в жизни. Самый перед Богом, самый важный поступок в вашей жизни, за сколько вы прожили здесь.